Здравствуйте! Вас приветствует лучший дуэт страны – Георгий Черданцев, Константин Генич. Мы будем вместе с вами в течение этой футбольной феерии и надеемся, что наш комментарий будет не менее фееричным. Сегодня Манчестер Юнайтед встречается с Тоттенхэмом. Об этом матче говорили всю неделю. Ожидания от него просто запредельные. Как думаешь, оправдаются они? Хотелось бы, и очень надеюсь, что игроки всего этого не читали, иначе есть шанс перегореть еще до начала поединка. Рекорд посещаемости Олд Траффорд был зафиксирован в 1939 году, и, как ни странно, он случился без участия Манчестер Юнайтед. Это был полуфинал Кубка Англии, играли Вулверхэмптон и Гримсби. И на этот матч, на сегодняшний день мало кому известных команд, собралось 76 962 человека. Но справедливости ради стоит сказать, что этот рекорд был установлен до того, как футбольное руководство Англии потребовало от всех клубов сделать стадионы полностью сидячими. Рекорд сидячей версии Олд Траффорд составляет 76 098 зрителей. Он также является рекордом и всей премьер-лиги. Сейчас у всех нас будет отличная возможность понять, чего стоит Манчестер Юнайтед. Ну что, у нас впереди новый сезон, и эта команда, похоже, твердо решила получить чемпионский титул по его итогам. Ну а значит, она должна основательно подготовиться и продемонстрировать хорошую игру. Эту передачу. Огорчен Жозе Мауриньо этой упущенной возможностью выйти вперед. Центр, штрафной мяч направлен. Пальцев переводит вратарь, мяч на угловой. Это угловой. Это исполнен штрафной. Ну, смотрите сами, это штрафной, железный штрафной. Здесь, по-моему, все однозначно. Явная игра в ногу, а не в мяч. В футболе такой... Уходят команды на перерыв. Говорим об этом путнично, потому что очень путнично. Нулевой счет. В первом тайме он был едва заметен. Мне кажется, что он сегодня играет очень неважно. Он мало продуктивен, и у него просто какой-то колоссальный процент брака. Из выгоднейшего положения. Мы уже были уверены, что счет голам в этой игре будет открыт. Однако точности не хватило. Досадно Мауриньо Почеттино, что не удалось выйти вперед его команде, но он продолжает. От Тоттенхэма будет исполнен штрафной.
Предупреждение. Удар Кейна! Открывают они счет наконец-то! Ну теперь игра оживится! Очень здорово разыграли классическую комбинацию. Один пас, один удар. И один отличный гол. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры. Пол команды обыграл, ничего себе! А ведь могли пацаны встречи сделать ничью. Да, великолепным дальним ударом обладает этот игрок, но и вратарь в порядке. Прекрасный удар, но и вратарь хорош. Мяч летит. Внимание, Матич! И счет равный у нас. Да, в самой концовке матча они сравнивают счет. Молодцы! Но еще есть время, смотрим дальше. Как по нотам была разыграна атака, и неудивительно, что она привела к взятию ворот. Отличный розыгрыш углового, завершившийся великолепным ударом. Арбитра фиксирует ничью по итогам 90-х.